Эй, босс, я уже устал получать игровую валюту от тебя. Выполняй ачивки и получай реальные деньги. Забирай бесплатные ежедневные награды, магические карты, контейнеры, бонус за онлайн. Найди убийцу по следам за кинолога вместе с собакой К9. Стань фермером, метаварщиком, гровером или шахтером и зарабатывай огромные деньги. Сорви куш в казино. Все это на новом уникальном сервере Indiana RP. Вводи промокод START и получай приятный бонус. Здорово, если что, играем на Мэджике. Надо будет промики ввести, поэтому внимание на экран. Это первый идет на валюту, затем идет второй на валюту. Итого у меня в распоряжении 2000 валюты. Что я могу на них купить? Наверное, возьмем админку. Да, я возьму админку, у меня и того останется еще на что. Короче, промокоды, которые я ввел, они вам дадут бабло при условии того, что вы наиграли больше часа, если не ошибаюсь, да? Поэтому пользуйтесь, они лежат в описании, как и сам сервак, там IP-группа. Там симметрии! Почему не дома в комендантский час? Комендантского часа нету, ебанутый, иди от него нахуй. Чего, блин? Я говорю, кача нету, иди от него нахуй. Не трогай его. Это мой друг. Какой нахуй твой друг? Иди отсюда, говорю. Ты что, глухой? Нет, я не буду от него отходить. Почему я должен от него отходить? Потому что ты его ставишь лицом к стене по причине кача, которого сейчас нету. Это причина для увольнения. Это мой друг. Я тебя увольняю. Это мой друг. Это мой друг. Я его не знаю. Сейчас я вот это тэпну. У него малюсенькое нарушение, мне сегодня кайф подоебываться до вообще мельчайших всех подробностей. А теперь рассказывай, почему ты его ставил лицом к стене во время якобы КЧ, которого не было? Это мой друг, я с ним прикалывался. Он сказал, что тебя не знает. Я сейчас с ним в звонке. Да, ты его попросил отойти с тобой куда-то из зоны, где можно находиться на улице, в зону, в которой нельзя находиться, и ты решил его арестовать. Нон-РП. Почему там нельзя находиться? Тупой, блядь, потому что ты правила не читаешь, вот поэтому ты не знаешь. И поэтому там нельзя, да, находиться. Просто, сука, реально долбичи какие-то на ментах опять гоняют, это пизда. Здравствуйте. Кто это? Лицензия есть на оружие? Видимо, нету. Открытое ношение в общественном месте. Так, пойдем дальше, пока качение кончился, надо успеть посадить всех, блять, чтобы все в тюрьме нахуй сидели. А как они выбираться оттуда будут, меня вообще не ебет. Я хочу всех нахуй в тюрьму посадить. Сказал что-то про мера, в пизду, летишь нахуй сразу, на зону сидеть. Бля, никого нету, на сервере 80 человек, где вы нахуй? Где вы нахуй? Ой, сейчас, погоди. Лицом к стене можно? Лицом к стене, лицом к стене. Ого, ебать. Там три госа было, кстати говоря. Крим-профессии имеют право на самооборону при попытке их ареста. Да, имеют право, конечно, безусловно. Об этом гласит правило 1.1.3, но есть такое небольшое но. Общественные места. Вот, на карте. И там прямо обозначено то, что поляна возле пятиэтажки, первый этаж этой пятиэтажки, это считается общественным местом, и это нужно помнить, а им похуй. Там было три госа, кстати говоря, я и еще два других, которых он расстрелял. Троим он обязан подчиняться, но он этого не сделал. Хотя у него кибермафия профессия имеет фир-РП до двух человек. От трех и более начинается уже фир-РП. И он должен был подчиняться, а не убегать. Если бы там его друг начал бы в спину стрелять, окей, хорошо. Но он убежал от вооруженных людей. Он зачем-то начал стреляться с ними прямо в общественном месте. Там идет и фир-РП, и нон-РП. По дорогам не ходим, а то сейчас колени сломаю нахуй. Что, сука, плохо не отрывается? Чего? Я слушаю, что такое? Что я говорю, зачем убил? В смысле, зачем убил? То есть ты сейчас разбираешь свою жалобу? Зачем убил, говорю? Причина. Ну, убил я тебя, потому что я тебя предупреждал. Хорошо, у меня РДМ, но у тебя саморазбор. Нет. Эх. У тебя идет РДМ и нон-РП. Капец. Очень жалко.
20 минут выдай себе. Ага. Тюрьмы? Нет, не уходи никуда, я тебе не разрешал. Выдай себе 20 минут и все. Выдам, потом... Нет, сейчас. Сейчас выдавай. Нет, выдавай сейчас себе 20 минут. Уйдите, не мешайте. А, мы тебя мешаем, прости. 20 минут просто себе выдай и все. Хорошо. Ну, форму мне дай. Он... Вот, форма, выписывай. Алло, ты живой, нет? Наконец-то. Ты живой, нет? Здорово. А у тебя, помнишь, друг получал, который с тобой сейчас там рядом стоял, наказание за нон-РП? Ну. Ситуацию помнишь эту? Когда ты один против троих полицейских начал стреляться, будучи кибермафией. Ну вот... Это было не вот... Скажешь мне, вот сколько минут назад? Да можешь минут 20-30. Ты просто в АФК отошел, а друг улетел в бан за нон-РП, а ты еще нет. Но только у тебя там выходит бан больше. Ну смотри, я не понимаю, откуда... Почему у нас с ним нон-РП, если мы вдвоем начали их убивать? Я имею право на самооборону, и он имеет право. Да, ты имеешь право на самооборону, спору нету, но не стоит забывать про то, что это было людное место, и у тебя идет ФРРП, потому что ты сопротивлялся троим госсотрудникам, что в кибермафии правилах но прописано. Нас было двое. Ага, но все равно. Там оружие не все достали. Оружие, три человека было. Я же говорю, три человека было, и все. А? Было три человека. Ну, они были с оружием, они были с оружием. Тебе угрожало три человека. Там, может, из них было. Я спрашиваю еще раз. Они были с оружием. Двое точно были с оружием. Сижу немножечко, там был один человек изначально вооружен, но по правилу ФРРП он все равно обязан подчиняться троим людям. Еще был третий полицейский, ты от них убежал. Двое. Ну. У меня до скольки ФРРП? До двух человек. Третий уже ладно. У меня два человека, нету ФРРП. Где у меня ФРРП, где у меня нон-РП? Оборона от этого, от ареста я могу ее проводить, что? Ты это все сделал в людном месте. Ну так а что мне, блядь, это признать и сказать, что ой, блин, ну давайте меня арестуем, конечно. Если что, это не считается так. Нет, это как раз таки так и считается при тех условиях. Но ты в людном месте находишься. Это самооборона, я сразу ушел домой, все. Ну, это самооборона, ты не домой ушел. Ты достал оружие и начал стреляться с ними, и ты забрал троих. И все это было в людном месте. Набрал мой друг. Нет. Одного забрал мой друг. По логам там было то, что ты забрал троих. По логам я убил всех? Да. А, мне он говорил, что он одного убил. Нет, он, видимо, продамажил кого-то, скорее всего, меня или кого-то еще. Вот. Но забрал всех ты по логам, я посмотрел. Ну и подожди, так а где у меня нон-РП, не подскажешь мне? В людном месте, ты все это сделал. ФРРП, нон-РП у меня нету вообще, я его не вижу. Нон-РП, я говорю, то что ты сделал, это все в людном месте. Ты достал оружие, начал стреляться так, с полицией. А что мне делать, мне сказать, я... Ничего, а вот в этом-то и суть. Признать, что меня арестовали? Нет. А то в чем прикол моего ФРРП? В том прикол, что ты подчиняешься сразу... троим и более людям. И все. Сразу после троим с оружием, если что. А не троим, блядь, без оружия. Ну, я сейчас почекаю правила вот этой кибермафии и тебе точно скажу, говорится ли там про оружие. Просто говорят про двух человек, то что ты их можешь не слушать. Троих ты должен послушать. Ты этого не сделал. А, да, я тут что такое? Инвест, у тебя нон-РП идет за то, что ты занимаешься не тем, чем нужно гражданину. Ты бегаешь с кувалдой, собираешь якобы какие-то налоги, убиваешь людей. Вот в этом у тебя нарушение. Меня? А, инвест. Да, а у тебя на кибермафии способность игнорить ФРРП до двух... Можно какую-то одну жалобу разбирать, а не две сразу? Я не разбираю две сразу, я просто тебе говорю твои нарушения, и ему сейчас только что сказал его. Вот, ты можешь себя сам, инвест, забанить на 10 минут, я тебя не задерживаю. А тебе я зачитаю. Не... Позови, пожалуйста, мне наборку, я хочу с наборкой поговорить. Я не собираюсь сейчас никого звать. Я тебе хочу объяснить правила ФРРП твоего. Я хочу, поговорить с наборкой. Я буду спорить, я хочу услышать вердикт именно... Правила твоей профессии, позови игнорить наборки. ФРРП можно до двух человек. Позови наборку, Не перебивай меня, позови первое наборку. Предупреждение. Синори, стой. Можно я вас сейчас всех на секундочку прибью? А при чем здесь я и Нори? А, да я просто тебя тэпнул, когда, чтобы тебе про нарушение сказать, ты в АФК стоял. Но я думаю, как придешь, тогда отзовешься, я тебе скажу про нон-РП твой инвест, и все. Вот, и пока ты в АФК стоял, я вот с ним разговаривал. Я говорю, там 10 минут... А, ну я тогда хочу послушать, что говорил, кажется. Ты мне что-то говорил? Там.
Чуть-чуть, Нори, поадекватнее. Я тебе хочу еще раз попробовать объяснить. Фир РП прописано. Игнор до двух человек включительно, от трех и более правило не игнорируется. Я жду, пока ты взяшь на наборку. Я хочу с тобой поговорить. Хорошо, я понял. Это бессмысленно. Это бессмысленно. Вот форма. Вот форма твоя. Сейчас я пропишу бай. Пропиши форму, пожалуйста, и потом иди на форум со своими претензиями. Конечно, хорошо. Надеюсь, тебе выдадут варни. Банное стекление должен... нижнее. Так, а в чем именно? Почему ты не можешь наборку, чтобы она мне объяснила? Ты донатка, я чуть тебя даже слушать. Да мне все равно, кого ты хочешь слушать, кого нет. Я тебя увидел с этим нарушением, я тебе вправе его объяснить. Выдавай. Ну, это у тебя будет, если ты не будешь этот, не... Звонишь мне, потому что ты вернешь. Я скопировать, блядь, не могу. В чат вечно кто-то пишет, блядь, скопировать не могу, нахуй. Давай. Нон РП, Фир РП, РДМХ3? Ну да, ты же троих убил. Неправильная выдача, я понял. Почему неправильная выдача? Выдай себе просто эту форму и все. Так а в чем мне РДМ? Но ты убил троих полицейских, несмотря на правила Фир РП, в людном месте. Ты что, прикалываешься, я оборонялся, я имею право на оборону. Да, только не в общественном месте и не через Фир РП твоя. В общем, выдай себе наказание и все. Встретимся на форуме. Жалко, что я туда не захожу, ну ладно. Че вы там устроили на этих, на гражданских, на охранниках, блядь? Чел бегает какой-то, раздает кувалды, блядь. Вы бегаете, ебашите их, вы ебнулись совсем? А, да нет, прикольно же было. Не, ну это, конечно, прикольно, если бы были профессии соответствующие, тогда бы никаких претензий не было. А там, помимо тебя, гражданского, еще был другой гражданский, которые бегают просто, ну, формально людей, ну, блядь, грабят. Это уже первого класса, это уже не нон-РП класс, это же не нон-РП ган. Так не в нон-РП ган дело, а в том, что вы бегаете с оружием по улице и людей ебашите направо-налево. Да, да, я понял. Нет, ты просто вернись обратно, если вы дальше там хуйней-то будете заниматься, просто им после этого объясни, что если еще раз такая хуйня будет, я уже буду тэпать с банами. А, я двоих. Хорошо. Я двоих или троих уже забанил. Не проблема опять нон РП прописать и другим. Я не выдаю вот это решение свое какое-то как единственно верное. Я просто в данной ситуации единственный администратор, который рассуждает, почему это нарушение и нарушение ли это вообще. Идите на форум обжаловать, потому что их на форуме могут обжаловать их апелляцию и сказать, был ли я точно прав или нет. Я просто говорю и делаю так, как я думаю, чувствую, считаю и так далее. Никто не исключает то, что я могу ошибиться, но если тут, сука, все вот так вот прямо на виду, то, что чел бегает в людном месте, не соблюдает правила Фир РП и ебашит при этом троих ментов. А что это тогда, если не нарушение? Ну вот, что это, скажите, пожалуйста, мне очень интересно. Надеюсь, тебя снимут. Ебать, вот это вот, конечно, чел раздал стиля. Да, ну ладно, бывает. Не всех дураков побило, блядь, метеоритом. Ого. А вот тут вот я хотел тэпнуть человека, который нарушил РДМ и нон-РП. Он с каким-то уникальным свэпом, с каким-то оружием, которое не видно даже, как оно убивает кого-то, берет, убивает челика без причины прямо возле мэрии. И я решил его просто за это наказать. Ну что там, 20 минут выходит за нон-РП и РДМ X1? Ну да. Пока я за ним спектейтил, он был на захвате территории. Я за ними наблюдал и не прерывал этот процесс до тех пор, пока не закончился этот захват, и он не пошел на следующую точку, но у меня не было отображения о том, что захват следующей территории начался. И так выходит то, что на одном из захватов территории его соклановцы убивают, и он идет после этого захвата на другой флаг, но уже один, и рядом с ним никаких сокланов нету. А согласно правилам, захватывать флаги можно только с двух человек с одного клана. Ну вот я и решил его тэпнуть, чтобы объяснить ему его нарушение. Но так совпало, может быть, или же нет. Я не знаю. Я когда его тэпал, в этот момент тут же появилось два сообщения о захвате территории. Первое о том, что захват начался, и второе о том, что захват закончился или же прервался. Короче, выглядит это так, как будто он только начал захват территории, и в эту же секунду его тэпают, захват сбивается, он негодует, и дружок его решил, которого убили, кстати, на захвате предыдущего флага, решил его защитить. Я, получается, буду тогда летать кунаем и стрелять с тобой. На.
я уже тут. Ну, братан. Подскажи, пожалуйста. Алло, у меня захват флага. У меня захват флага. Ты что делаешь? Алло. Это не я, ты пыхнул тебя. Братан, подскажи, пожалуйста. А тут можно как-нибудь выдавать себе оружие? Нет. Привет, зачем ты телепортировал сейчас человека, сбив захват флага? Флаг наверху был. Ну, ты сбил захват флага, если что. Посмотри, там теперь стоит КД на флаге. Ты сбил он захват флага, подошел. Ты молодец. Я тебе еще раз говорю, ты сбил захват флага своими админ-полномочиями. Ну, я не хотел. Я смотрю, он просто стоит там. И все. Слышишь, подкратули, у тебя есть кто-нибудь, кто варн может выписать ему? Он соло стоит, ау. Флаг берет. Он не соло стоял, я там был рядом стоял. Захват от что. Вторых игроков. Я рядом стоял, так что не прицепляйся, друг мой. Я рядом с ним стоял. Если ты не доспекал, это твои проблемы. А я не понял, почему он там якобы присутствует не один, если на демке, когда я его уже собираюсь тэпать, он был секунду, даже полсекунды назад, до момента телепорта, один. Там был какой-то левый челик, который к его клану не относится. А, я понял, в чем дело. Это пиздобольство, то есть, ну, махинация по правилам этого сервера, а также попытка покрыть своего друга. Причем все то время, как я наблюдал за этим дебилом, не было ни одного сообщения о том, что захват флага был начат. Значит, я не видел того, что захватывали флаг там какой-то и так далее. И появилось это сообщение только в тот момент, когда он уже оказался в админбазе. А вот этот вот гомункул у вас на экране, который собирается меня наказать за админобуз, которого, ну, по факту нету, был на предыдущем захвате флага, откуда он благополучно улетел на спавн, получив пизды. А еще он меня решил зафризить. Почему? Непонятно. Вот он просто так захотел и все. Хотя по правилам администрации, чтобы фризить кого-то или же таскать игроков, но нужна хотя бы какая-то да причина. Я понимаю, если бы я бегал с РПК по админзоне и разваливал абсолютно всех, кто находится на жалобах, но тут-то нету такой необходимости, правда? Бро, давай так, мы с начала стояли вдвоем, и даже если бы я стоял в соло, ты тогда бы меня телепортировал бы и продолжал бы банить. Просто телепортировал. Давай так. Ты помешал нашему захвату флага. Мы стояли вдвоем. Защищай, буду. Я смотрю по демке, там другой человек, Вахо Бруклин, стоит. И он. Другого еще кого-то, третьего я не видел. Что, ты зачем меня тэпнул во время захвата флага? Можно? Да я что знаю, что там захват флага? Смотрю, ты просто стоишь. Это там не все. Мои проблемы. Это не мои проблемы. Ты видишь, там написано в чате, у тебя справа или слева появляется. Что? Начался захват флага. Ты не слепой вроде бы. Я не знаю. Где? Где пишется? Вот справа, видишь, тут написано. Иконки появляются. Кто занимает какую профессию? Справа? Ты это видишь? Так, ну и? Ну, и там появляется какое-то название клана. Начал захват флага на определенной территории. Там же пишется оранжевым текстом, что они либо захватили, либо не захватили флаг, а такой-то клан его отбил. Если сейчас ты слепой, почекаю. Это не мои проблемы. Там как бы сейчас было написано, почекаю. Что я начал захват. Русский база. Сейчас я занят? Почекаю демку и посмотрю, что там было. Бро, может... У тебя разрешение на весь мод есть? Не отвлекай, я смотрю демку. Тебя нет, подожди, у тебя мод есть? Я вопрос. Не отвлекай, я смотрю демку, говорю, подожди. Я бро, тебе еще раз говорю, разрешение на весь мод есть, да? 50 секунды. Не фризь меня, это не вправе мне указывать и давать какие-то там условия. Все хорошо. Весь мод еще есть. Бэмс. Рубалек. Расфризь. А не плавь, я шуху. Расфризь, говорю. Надо еще кого-нибудь. Нет. Тебя расфризивать. У тебя нет причин меня фризить просто так. От какого ранга там выдается? Стоп, блин. Сейчас наберу еще. Подожди. У меня... нету причин фризить меня. Расфризь. Так, а где там вообще захват? Не должно быть причины для фриза. Я тебя могу просто так зафризить на жалобе, чтобы ты никуда не бегал, никуда не смотрел. Я просто на демке не вижу уведомления, что вы захватываете флаг. Бро, это твоя проблема. Если ты врёшь, это не моя проблема. На демке нету того, что вы захватываете флаг. Проблема. Я еще почекаю, я просмотрю. Человек, во-первых, у меня был захват флага, он меня телепортировал. Это вся тебя отобразилась, если ты видел, что я начал захват флага, он резко прекратился. Меня тэпнул админ без особой на то причин. Во-вторых, у него он не отвечает насчет того... Нету захвата флага.
Но нет уведомления, он вот тут стоит, что-то, наверное, нажимает на него. Но нету захвата. Так, все, вроде я всех созвал. Сейчас десант придет, походу. Да, я его позвал. Бомж вонючий. Смотри, короче, в чем проблема. Использует voice мод. Расфрись. Можно, ну, расфрись. Нет, не буду. Не буду. Сейчас расфрись, выдам, нету причин. Жалобы. Мод выдашь? Ого. Выдам за что? Мод на время жалобы, да. За что? На время жалобы, я тебе еще раз говорю. За что? Ты проверял? Разрешение? На время жалобы. Он не отвечает. Нет, человек мне просто не отвечает, он не хочет мне отвечать. Может, он тебе ответит, вот, спроси у него. Ну, у тебя есть разрешение на voice мод? Здорово. Я могу демку показать, короче. Он может демку показать. Вот. У меня, короче, суть такая... Ого, 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 ну. Так, и чё? Ну, это очень зря он делает. Что он делает? Ну вот. Я не понимаю, что он творит, блять. Он просто берет меня, держит так физганом зачем-то. Что за нахуй? Он, если он не докажет, то. Пока что его вот тут оставлю, если он будет неадекватен, отведи его и подержи там. Смотри. А зачем меня надо было докажет, относить вообще? Он не пойму. Демку, он вообще мне кажется, должен это показать халатно. Нет, подожди, это не халатность. Меня нет, кто-то слушать знаешь, будет? В чем проблема? Почему я не могу докажет, говорить на этой жалобе? Не показано вот этим оранжевым текстом, что захватывали флаг или что там был один человек. Если он насчет этого обманет, то у него махинация. Алло. На демонстрацию экрана смотреть. Алло. Ну пусть показывает. Меня не слышно, что ли? Говори, говори. А почему меня до сих пор в фризе держат? Ты можешь вот. Не говорить. Ты можешь... Алло. Да я послушаю его версию. Неадекватная обезьяна давай, ебаная, давай. Закрой пасть уже, ты меня заебал на этой жалобе. Расфрись меня, дерьма кусок. Расфрись меня, дерьма кусок. Сын ебаной мертвой бляди пиздоголовой. Сколько можно нахуй это терпеть? Просто пиздец. Дешевый сын хуйни. Расфрись. Осар уже, блядь. Так это то же самое у тебя, Осар. Пиздец. Две свиньи ебаных. Сын, блять, тапочка. Что-нибудь новое, пожалуйста, придумай. Конч ебаный, который что-то про бомжа говорит. Хотя сам пельмени нахуй по акции берет, пиздец. Дешевая шалава, блять. Дружка защищает, бегает. Захват флага. Флагом бы тебе нахуй голову разъебать, блять. Мразь ебаная. Надо слушать. Сын пидора всратого. Расфристи меня и го в ДС. Не, ну смотри. Я не буду смотри, слушать ебаната просто поехавшего. Полоумный хуесос, расфрись. Я хочу нормально рассказать ситуацию, когда челиков не будет, которые постоянно перебивают и мешают и фризят меня. Я очень боюсь свой голос, мне очень некомфортно настоящим голосом говорить. Я могу просто сам в Дискорд зайти. Ну, да, на ДС сервак Маджика, да? Сын, помой, блядь. Блин, ущемился, да? Давай, у меня такой же. Дебилоид, блять, дешевый. А потом все, ребят, не поверите, но идет по классике. Я иду в Дискорд, показываю демку на этих двоих долбоящеров, и один из них, самый громкий, который меня и фризил, и оскорблять пытался, он понял, что он эту хуйню не вывезет, и просто роняя кал, убежал нахуй с сервера, он пропал, он вышел. Он потом другу через тележечку пишет о том, что мы, сука, хуесосы такие плохие, что его баним за его нарушение. А нарушение у него около 7. Послужной список сына бляди на сегодня такое. Оскорбление родных, оскорбление администрации, нарушение 2-го админского пункта и 7-го. Помеха жалобе путем того, что он меня таскает физганом просто так. Махинации и лиф. А, смотри, вот тут вот. Он, в общем, правила на подкрадуле нарушил. Он с вэпом каким-то вот этим, с магией какой-то, убил челика в общественном месте. Это не магия. Ну, я не знаю, как это... Это элемент... Нахида какая-то там пишется в логах. Вот. Что-что? Ну, в логах пишется оружие, которое убивает он. Это нахида. Я просто не шарю, говорю об этом. Вот. Он... У тебя voice mod лагает, ты пропадаешь. В смысле voice mod? Я же сейчас без него. С voice mod. А, да? Ну ладно. Да. В общем, он с вэпом каким-то убивает челика. Он прям пропал, убитый. Но я хотел его наказать за этот РДМ и нон-РП, на что он в общественном месте это сделал. Прямо возле мэрии, при людях, все это видели. Вот.
И он бегал, получается, флаги захватывал. Но первый флаг захватывает, я его не тэпаю, потому что там идет захват, он стреляется с кем-то там, бежит на следующее. Все, захвата нету, я собираюсь его тэпать. И в этот момент, видимо, я тебе сейчас даже покажу на дем. Вот, видишь, он тут стоит, еще ничего не происходит. Но как только я его тэпаю, только тогда появляется оповещение, что идет захват флага, то есть начался только-только. И в этот момент я его, видимо, тэпнул. Напали на территорию, вот, опсайт. В этот момент, видишь? И да, и как бы в эту же секунду я его тэпаю обратно. Я понимаю, что там захват флага идет, и я его возвращаю обратно. Но как бы до этого я наблюдал, ничего такого не было. Вот сколько бы он там ни сидел, видишь, нету. Начался захват в тот момент, когда я его тэпнул, как бы. И это ты не предугадаешь никак. А, получается, они говорили, у тебя четвертый, да? Или нет, что? Чего-чего? А, пятый пункт, извините. Получается, пятого у тебя не будет, потому что по факту, да, ты тэпнул в этот же момент. Ну, я не специально как бы это сделал. Вот, я им написал сначала в чат. Ты никак не предугадаешь. Ну да, вот, я об этом говорю. Потом меня берут, физганом уносят вот этот челик. И говорит, что вот у меня там какое-то то ли пятое. А, вмешиваться в РП. Да, вмешиваться в РП. Я говорю, то, что я не видел. Я могу демку почекать еще. Я ему говорю то, что надо меня как бы расфризить, потому что я ничего не сделал такого. Нет, я не буду тебя расфриживать. Вот. Я говорю, а причина какая? Ну вот я захотел так. Ну, захотел, это не какая-то прям весомая причина. Ни за что, просто так. Да не странно, просто так зафризили, это классика. Но я же говорю, причины не было. Затем, получается, он начал у меня там спрашивать voice mod, разрешение, говорит, типа, отвечай мне на вопросы. Я говорю, ну ты не можешь давать какие-то там указания, ты не можешь управлять администрацией, что является 4.2 ADM 2.1, управление админами. Ну, управление это типа таким, типа тэпаешь типа, говоришь типа ему работать, а узнать про voice mod, в принципе, может любой админ. Да, только принципе, я говорю ответить человеку, подожди, я чекаю демку касаемо того, что я его тэпнул, когда уже был, скажем так, этот захват. Но я вот, видишь, нашел, что это буквально в эту же секунду произошло. Ему это не особо интересно было, хотя я говорю, я подожди демку чекаю, потом тебе отвечу. Ему на это все равно, то, что я и говорит то, что я якобы игнорирую какие-то там приказы его. Но я в этот момент сидел демку смотрел. Потом пришел ты, они при тебе меня оскорбляют, вот, он нарушает ОСАР. При мне? А, да, если не ошибаюсь, то да, ты там уже был рядом, ты все слышал. Он сам начал об этом говорить, там, сын шлюхи или что-то такое. Он вот специально меня уносит, чтобы я ничего не мог сказать, и чтобы меня просто по-быстрому откинуть. А, кстати, можно понять то, что он там один еще потому, что, видишь, вот эта линия идет, это направление взгляда игрока, куда он смотрит. И больше линий нет. А, ну, сейчас будет еще линия, это от Вахо Бруклина, кажется. Вот, видишь, Вахо Бруклин, других линий я не вижу вообще. И, кстати, Scary Wallet, вот он, находится в РП-профе. Подожди, а его вроде бы убили, он, видишь, пишет в чате. Одного из них... Да, вот, одного из них, кажется, ёбнули. Я, получается, буду тогда летать кунаем и стрелять с тобой. А, вот, X-Dark убил Scary Wallet. И он еще, видишь, не пришел на захват флага. Даже, видишь, закинули строчку из этого. Да-да-да, из логов закинули строчку. Его убили, он еще не пришел толком на захват. А если почекать еще Вахо Бруклин, откуда вообще? Invaders. Он вообще с другой организации. Абсолютно, в принципе, само по себе на сервере мало. Да, а он с другой организации. И разве можно типа попилить территорию на два клана? Нет. Ну вот. Это значит, получается, он мне рассказывал все это пиздеж. А что, он съебался? Серьезно? Или где он? Я не пойму. Куда он пропал, блядь? Серьезно? Он убежал нахуй. Смотри, правильно понимаю, демки у тебя нет, да? Демки у меня нет, но мне сам сказал Воля, чтобы меня телепортил. Он спросил мне никнейм, я назвал типа, который сейчас будем разбирать жалобу. А у тебя есть этот... Подожди, у меня вопросик есть. Там... Сколько у вас было людей? Я же говорю, был я и вот этот типаж, с которым ты срался. Мой соклад. Ну, просто никто не срался, он просто убежал сейчас куда-то. Вот. А он точно сказал, там был? Пошел спать.
Он был там точно, я тебе отвечаю. Мы стояли вдвоем, просто у меня... А с того момента он там был изначально? С того момента, когда, ну, я прихожу на флаг, говорю, там, звоню, ты где? Он говорит, иди к флагу. Я говорю, я уже тут. Он подбегает, и я нажимаю кнопку захвата уже. Я начинаю захват, и все, я тэпаюсь. Потом тебя тэпнули. То есть ты утверждаешь, что он подбежал в тот момент, как тебя только сразу тэпали? Ну да. Мы вдвоем стояли там сразу. А, сразу стояли? Он подбежал. Ну, смотри, говорю, он подбежал, я его увидел, он стоит у флага, я нажимаю кнопку, флаг захватывается. А, и да? Телепортирует. Да, он там стоял. А так как... А почему его на демке у меня нету? Почему твоего друга хуесоса нет на демке у меня? Броу, я откуда? Броу, почему твой друг обосранный на демке не присутствует? Там рядом, типа, был один тип. Не с твоей организации он был. Мужчина с вашей банды. Да, какой-то левый был. Левый тип. Пиздец. Обосрались вы, ребята, обосрались оба, и ты, и дружок твой. Я не обосрался, братан. Ты обосрался. Ты обосрался, я тебе еще раз повторяю. Я не обосрался, я еще раз тебе объясняю. Ты можешь сколько угодно повторять, я тебе еще раз объясню. Да. Подошел, мне позвонил, стоял рядом. Да мне все равно, кто там звонил, кто не звонил. Демка есть, где вас не было вдвоем. Ты пришел один туда с каким-то левым типом, не с того клана. И ты там что-то захватывал. Я тебя тэпнул, в этот же момент, видимо, начался захват. Ты мне рассказывал не мои проблемы, в общем, да? А у тебя дружок твой решил тебя прикрыть, блять, сказать, что там якобы было двое человек. Хотя у тебя захват флага с одного челика. Я тебе еще раз объясняю. Я ему позвонил, он сказал мне, подойди к флагу. Я уже... Он подошел, я начал захватывать. Там не было никого. А то, что захват флага начинался, у тебя тоже не было на демке, потому что я тебя просил... Захват флага начался тогда, когда я тебя тэпнул. Захват флага начался тогда, когда ты меня тэпнул. То есть ты меня тэпнул, он начался. Да. Судя по его демке, у тебя выходит, что ты соло захватываешь флаг. У него там, по-моему, выходит варн и примерно... Рецидив. Три обмана. Даже так. Рецидив выходит у говноеда. Он сказал, мы стояли в ФК, я отошел, поел, возвращаюсь, начал двигаться. Короче, я там кинул состояние, пошел по делам, если что там, когда они закончат, скажешь, что произошло. Где он сейчас? Что-то на середине? Он из самой игры вернул, сказал. Я пошел по делам. А зачем он линул с игры, типа у него разборка идет? Халатное отношение к нарушениям еще можно добавить. Если он будет стоять в КА, вы будете его спрашивать, ему что стоять. А потому что ничего ответить он не может. Мне, хотя бы. Давай сейчас посмотрю в ТГМ. Зайдет очень дело. Так он уже вышел. Ему уже, ну, все. А, у него шла жалоба, пиздец. Он просто вышел. Да, это еще лиф, наверное, будет. Кстати, насчет это, халатности, тут смотрели, может быть. Потому что идет жалоба. Он забил на жалобу, зашел. Также, кстати, это... Неадекватно у него будет еще второй пункт. То, что он берет, типа, оттягивает просто. Давай я просто перечислю то, что он нарушил по пунктам, окей? Давай, я ему напишу. Окей. Давай. Сейчас я найду тут еще один. А, вот, АДМ 7, АДМ 2, ОСАР, ОСАДМ, помеха, махинации и лиф. Обосрался, пидорок твой. Вот и все. Ну, я ему написал. Ну, короче, 7 дней. Да. У меня или у него? У него. Ну, а тебя получается, если не ошибаюсь, только то, что ты соло захватывал и все. Ну, он сказал, что он, я ему в ТГ написал, как мне похуй, запанил меня. Блять, позорище. Он передал цитировать не хочу, но очень огромное неуважение к вам обоим. Ну это единственное, что он может сделать, из ТГшечки поплакать, передай. Бля, какой попуск, ебать. Прийти покричать что-то, понарушать правила и съебаться, сказать потом, что все хуёвые, а он один хорошенький такой. Классика Dark RP. Блять, это так легко было, понимаете? Это было настолько легко. Не, ну я просто не понимаю, в чем смысл он начал тебя тэпать, все это делать, если у него по итогу демки нет? Что он пытался добиться? А он думал, что ему ничего не будет за это, то, что демки не будет у меня, то, что ему никто ничего не скажет. Вот он и сгорел, то, что его долбоебом назвали. Так, а по варнам ему выдадут или нет? Еще сейчас скинуть? Я сейчас пойду выдавать, скинь еще раз нарушение, чтобы я пнутый запомнил. На что надеялись эти дети шлюх с Dark RP, я, блядь, не понимаю. Ну, сука, ну если вы видите чела на донат-модраке или донат-админке, у которого около, там, 5-10, может, 15 часов, сука, да не трогайте вы его, идите занимайтесь своими делами, блядь.
Просто пиздец. Ничему жизнь не учит, ребят. 2 года, блядь, я это делаю. 2 года, сука. 2 года до сих пор люди понять не могут. Ну что за тупизм, блядь? Что за конченое? Главное, пришел, что-то покричал и себя крутого построил, и съебался, и получил 7 дней бана. Какие же они нахуй ни о чемные. Это просто пиздец.